Привет всем! Сегодня у нас особенный день. Сегодня у нас приезжает сын с армии. Вот мы собрались, поехали его встречать. Он буквально минут через 20 уже подъедет. Служил он у нас в Оренбургской области, в поселке Тотское. Это далеко от нас. Вчера вот он выехал утром с части на электричке до Оренбурга. Потом, значит, вечером сел на автобус 5:30 и утром только около 7 часов был в Перми. Сейчас, значит, от Перми до нас 3,5 часа едет на автобусе. В общем, у него долгий путь до дома. Конечно, год пролетел быстро. Мы переживали, ждем его очень. Наверное, больше меня поймут мамочки, которые через это все прошли. Но оставайтесь с нами. Ну вот, подходит пермский автобус. Мы все в ожидании. Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Здорово, партизан. Ой, здравствуй, Влад, здравствуй. Геля, лезь в карман, все твое. Влад. Геля, сиди праздник. Лезь в карман, дедушки, все твое. Все забирай там, все у него, сколько есть. Давайте, раздевайтесь, проходите. Сейчас.